Челябинские полицейские нагрянули с обыском на городские рынки. Причем пришли ночью. Искали иностранцев, которые живут и работают в России нелегально. В поле зрения полиции попали два рынка – Отрадный и Каширинский. У всех мигрантов, находящихся на этой территории, проверяли документы. Цель операции – выявление лиц, которые проживают на территории Российской Федерации, в частности, на территории города Челябинска, без разрешения на право проживания. В автобус для дальнейшей проверки приглашали пройти тех, у кого были проблемы с бумагами, либо при себе и вовсе не было документов. Паспорт, где девушка? Что? Почему она дома? В ходе операции задержали 11 человек, но 9 из них составили административные протоколы за то, что иностранцы проживали не по месту регистрации. Еще двое не имели разрешения на работу. Нелегалам выписали штрафы от 2 до 5 тысяч рублей.